Привет всем, особенно большим мальчикам, эндоморфам, которые восстанавливаются перед сезоном. Всю неделю откатался промерз и пакость на холодной погоде, дождливой, а тут такое солнышко на день взвешивания. Весна идет, погода теплеет, набухают почки на нашем дереве, набухают мышцы, готовимся к сезону. Было всего 5 тренировок, по 3 сета, каждый сет 2-3 минуты. Нагрузка достаточно хорошая, даже немного покрепетурил. И поступает большое количество вопросов из сетей. Но, на мой взгляд, эти вопросы достаточно банальные, поэтому я попробую их сформировать в блоки и рассказать. Но первые вопросы, что же это такое вейк? Вейк включает в себя три дисциплины. Первая дисциплина – это вейкбординг, катание на доске за катером или канатной дорогой с креплениями. Вейкскейтинг – это катание на доске без креплений. И вейксерфинг – это катание за специальным катером, который создает большую волну, имитирующую океанскую, на котором катается спортсмен на серфе, не прикрепленный к доске и не держась за фал. То есть имитируется океанский серфинг. Второй большой блок вопросов из социальных сетей – это кто же может заниматься вейкбордом? Какой возраст, какой вес, какая физическая подготовка? Хочу сказать, что именно вейкбордингом может заниматься почти все. Люди любого возраста, любого веса, любого пола, любой физической подготовки. И это объясняется тем, что вейкборд при всей своей пафосной экстремальности является все-таки очень безопасным видом спорта. Что может быть безопаснее, чем падать с высоты своего роста в мягкую податливую воду? Даже если сравним с такими популярными видами спорта, как сноубординг, где надо падать на склон, как велосипед тоже, где надо падать на землю или на асфальт. Катание при обыкновенной скорости на канатной дороге и за катером доступно любому возрасту. В Украине этот возраст от 2,5 до 74 лет. Это то, что мы зафиксировали. В мире до 97 лет. Поэтому родители не боятся отдавать своих детей в вейкбордические школы. Молодые и хрупкие девушки выбирают вейкбординг для того, чтобы приобрести спортивную форму и поддерживать ее, а также для того, чтобы похудеть. Ну а пожилые люди получают яркий фан от жизни, катаясь на вейкборде и на вейксерфе. Вот посмотрим, как сбрасывают их большие мальчики. За неделю было 5 тренировок, 2 дня перерыва, по 3 сета, каждый сет 2-3 минуты. Итак, бабах! 105,8 килограмм. Ну, бросить 2,7 килограмм за неделю достаточно неплохо. Но если принять, что где-то полкилограмма это плохо, хорошо покушал, то 2 килограмма есть точно. В следующих блогах я расскажу, почему вейкбординг доступен для любого социального слоя, для любого веса и для любой физической подготовки. Поэтому живем ярко, всем здоровья и катосим!